Стало известно о трагическом событии с Кузьминым. Стало известно о трагическом событии, которое произошло в жизни музыканта Владимира Кузьмина. После того, как жена артиста Келли Керзон объявила о разводе, певец был очень подавлен и не хотел жить. Тогда его спасли брат Александр Кузьмин и совет экс-возлюбленной Аллы Пугачевой. Это случилось в 90-х, когда Владимир был еще женат на модели Келли Керзон. Супруги жили в Соединенных Штатах Америки, там же музыкант и выступал. Все заработанные деньги Кузьмин отдавал своей возлюбленной. В какой-то момент, совершенно неожиданно для всех, модель решила развестись с артистом. Документы Келли передала через адвоката. Суд запретил музыканту приближаться к ее дому. Так артист остался без честно заработанного имущества и любимой женщины. Это стало настоящим ударом для музыканта, и он решил все закончить. Как рассказал его брат Александр, Кузьмин хотел спрыгнуть с моста в Сан-Диего. В тот злополучный день у них должен был быть концерт. Когда Владимир не приехал, а его общий друг сообщил, что видел музыканта и он ужасно выглядел, Александр поспешил на помощь. В итоге мужчина приехал на мост, силой затащил певца в машину и отвез в бар. Там они пили водку и пели песни под гитару. Утром артист понял, что ему необходим совет. Тогда Кузьмин позвонил своей экс-возлюбленной Алле Пугачевой. Он был в растерянности и не понимал, оставаться ему или возвращаться в Россию. На это Примадонна сказала, мол, Владимир попал, и добавила одну мудрость. Со слов популярной певицы, чтобы понять жизнь, нужно побывать не только в плюсе, но и в нулях. Через несколько дней после этого Кузьмин вернулся в Россию.